Ну а чтобы сохранить порядок в природоохранных зонах, егерей и инспекторов будут вооружать по-современному. Сегодня у защитников заповедников оружия нет вообще, или это винтовки начала прошлого века? Вопрос. Как противостоять браконьерам, которые оснащены по последнему слову техники? В ситуации разбирался Андрей Шевцов. Стойте, у вас вся машина забита, наверное, да сетями. Каждый день инспектор природоохраны Михаил Кондратьев выходит на работу, как на тропу войны. Несколько минут назад браконьеры пытались нелегально поставить сети. Май в охраняемом заказнике Пеликаньем Алтайского края – самая жаркая пора. Но это еще не все сети. Тут еще пошли сети. Они, браконьеры, сейчас орудуют по полной. В прошлом году браконьеры избили Михаила до полусмерти. Противопоставить вооруженным до зубов молодчикам он может лишь корочку инспектора, GPS-навигатор и мобильный телефон. Уникальная ситуация. Егерю, охраняющему ценные природные ресурсы, оружие просто не выдают. Инспекторы природоохраны национального парка Таганай вооружены. Однако этот арсенал времен Великой Отечественной войны вызывает лишь улыбку. На вооружении у нас находится, значит, охотничий промысловый карабин СКС. Быстро его не получится перезарядить. Вот. И его длина, там, при его длине 520 миллиметров, не очень удобен для езды. Да что уж там, даже ходить с прадедушкиной винтовкой Мосина или СКС за спиной – пытка. А еще эти ружья очень дорогие в эксплуатации, ведь запчасти для раритетов давно не производятся. Все это выглядит комично на фоне суперсовременной техники, которую используют браконьеры. Это и люди на хорошо подготовленной внедорожной технике, квадроциклах, снегоходах, проникают на территорию с современным оружием, скорострельное, многозарядное. Получается, что инспекторы и егеря – просто статисты, которые часто ничего не могут противопоставить вооруженным гостям. Результат плачевный. Ущерб от браконьерства в прошлом году составил 18 миллиардов рублей. Однако в ближайшее время ситуация должна измениться. В Минприроды задумали масштабные реформы. Прежде всего решено вооружить всех, без исключения сотрудников заповедников, современными карабинами. Разработана концепция облика современного инспектора, будет вооружен современным, надежным, безотказным оружием для выполнения задач. Будет подготовлена правовая база его правомерного применения. Речь о карабине «Сайга» калибра 7,62, созданном на базе автомата Калашникова. Оружие надежное и признанное. Впрочем, только им, уверены эксперты, ограничиваться не стоит. Обеспечение огнестрельным современным оружием – это только первый шаг. И эту историю надо продолжать, нужно обеспечивать современными техническими средствами, и на это, конечно, надо выделять дополнительные ресурсы. Для эффективной работы сотрудникам заповедников необходима удобная форма, квадроциклы и снегоходы, тепловизоры, квадрокоптеры. Эти люди охраняют природу от имени государства, а значит, и государство должно достойно обеспечивать их.